Скоро Новый год. А на деревьях красуются далеко не елочные игрушки, а мусорные пакеты, которые летят во двор прямо из мусорного бака. Вид из окна Владимира Федосеева открывается не самый приятный. Прямо на этот мусор. Он живет в 60-м доме по улице Первая железнодорожная почти 30 лет. И признается, таких проблем раньше не было. Все началось примерно 3 года назад, когда контейнеры, стоящие у нескольких домов, перенесли в одно место. Уже, наверное, 2 месяца не убираю. Снегом сейчас все прикрыло. А так тут мусор, много мусора. Другие жители тоже не скрывают своего возмущения. Смотрите, не огорожено, ничего. Весь мусор к нам вот летит в дом. Вот эта помойка железнодорожная, это наша Октябрьская. А та вот с той стороны, вы посмотрите, какая страсть. Может быть, сейчас снег запорошил, а то ужас один. Владимир Федосеев уже не раз обращался в управляющую компанию. Они в помощи не отказывают. Да какая-то медвежья услуга получается. Они приходят, уберут, через неделю опять мусор. Придут, уберут опять. Тут их надо заградить, наверное, как вот здесь, вот сеткой, правильно? Они же не загорожены, весь мусор. Если бы, может, загорожен, он туда бы не летел. Наш дом стал заложником этого мусора. Помимо всего прочего, жители опасаются из-за места расположения контейнеров. С одной стороны – котельная, с другой – газ. Насколько безопасно такое соседство – вопрос открытый. Но вот жители хорошо помнят, как однажды помойка горела. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город».